Незадолго до этого здесь была делегация натовских генералов, которая тоже посвятила свое пребывание, ну, такого, может быть, не столь глубокому, но все-таки обследованию той же тематики. И написала замечательный отчет. Во-первых, не натовских генералов, американских. А во-вторых, генералов в отставке. В отставке, да. Йоффе. Ну, натовских, другое дело, что она там это есть. Это были американские генералы. С каких это пор в сегодняшнем мире американские генералы, представляющие армию, которая совершила чудовищные преступления во Вьетнаме, в Ираке, в Европе, которая не считалась, бомбила мирное население. Я говорю, не хочу говорить про Вторую мировую войну. Да. Но вот сейчас, у которой на совести 2 миллиона убитых вьетнамцев, мирных жителей, не военных, они могут быть, воспринимаются где-то в мире как символ воинской чести или после того, что они сделали в Ираке, что они вообще могут быть свидетелями нравственности какой-то армии? Американские генералы? Ну да. Израильские? Да, американские нет. Поэтому никто в мире не слушает, что говорят генералы. Еще меньше в мире слушают, что говорят американские генералы о поражении мирного населения. Только мы считаем, для нас это да. Но во всем мире это как раз нет. С точностью наоборот. Поэтому не играет никакой роли, что сказали основные американские генералы, которые в такой же ситуации вели так, что по нашим понятиям они военные преступники были.